Невзирая на все ее материальные достоинства, оседлая жизнь оставила нас обеспокоенными и неудовлетворенными. Минуло уже 400 поколений, но мы все еще продолжаем помнить. Открытый путь продолжает манить нас. Странники. Мы наделяем далекие миры определенным романтизмом. Эта притягательность, как мне кажется, утонченно вплетена в механизм естественного отбора, как важная составляющая нашего выживания. Долгое лето, теплые зимы, богатый урожай, жизнь в достатке — ничто из этого не вечно. Своей жизнью вы или группа людей, даже целый вид, возможно, обязаны тем единицам неутомимых, влекомых необъяснимой силой к неизведанным землям и новым мирам. Герман Мелвилл, автор «Моби Дика», стал голосом всех путников сквозь века и пространство. Он говорил: «Меня терзает нескончаемое стремление к далекому. Нет лучше плавания, чем по запретным водам». Возможно, еще слишком рано, и наше время еще не настало, но эти другие миры, их невоспетые возможности продолжают манить. В безмолвии они вращаются вокруг Солнца, ожидая. Озвучил Александр Райдер в 2015 году.